Сегодня проходит первенство области по лыжным гонкам среди адаптивных школ города Омска и области. Сегодня присутствует 9 команд, из них 4 областные команды. И соревнования будут проходить по эстафете, смешанная эстафета 4 по километру. Затем, значит, дистанция 2,5 километра, младший возраст побежит девочки и юноши. И старшие побегут 3 километра. Как приехал в детский дом, уже 7 лет. И 7 лет уже занимаюсь лыжами. И хорошо получается, как бы, пока. Помогать своей команде — для меня это дополнительная радость — получать места. Мы занимаемся. Тренировки не пропускаем. Тренер хороший. Мы тренируемся каждый день на стадионе. Ходим по 3 часа. Тяжело? Да. Но оно того стоит, наверное. Да. Первенство области, оно идет в зачет спартакиады комплексной. В спорте все равны. Остаются виды такие, как пауэрлифтинг, потом бочи, шашки, легкая атлетика и мини-футбол. Так что еще только экватор, так сказать, пересекли, но вся борьба впереди. Но уже есть некоторые команды, такие как 16-я школа и 17-я школа адаптивная. Они пока что по своим результатам предварительным идут в лидерах.